Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним четвертое упражнение из рубрики «Упражнения для работы дома». Прочитаем задание. Прочитай текст, как бы ты его озаглавил. Можно озаглавить текст «Материнская любовь». Затем необходимо выписать слова, в которых есть такие орфограммы. Первое. Буквы проверяемых согласных в корне слова. Это у нас проверяемое согласное. Лодка, до, тростникам. Утка, ужасно, вид, серьезно, вылез, повис, нос, дорожки, мягкую, назад. Второе. Буквы безударных гласных, корни, проверяемое ударение. Сидел, озере, зеленым, тростникам, ползли, вылез, деловой, схватили, пищал, материнском, заторопились, стеблями понесла. Третье. Разделительный. Мягкий знак. Серьезно. Четвертое. Мягкий знак для обозначения мягкости. Маленькая. Гуськом. Выбралась. Заторопились. Ринулась. Пятое. Буквы безударных гласных в приставках. Зашуршала. Заторопились. Понесла. Повис. Шестое. Гласные после шипящих. И у а. Зашуршала, пищал, чистую, лучики. И последнее, необходимо разобрать по составу слова. Лучики, окончание и, основа лучик, суффикс ик, луч, корень. Пуховые, ые, пухов, ов, суффикс, пух, корень. Шейка, а, окончание, основа шейк, к и корень шей. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.